Добрый день, меня зовут Каблахова Алина Казбековна, и я являюсь руководителем медиапроекта «Абазины. Вчера, сегодня, завтра». Также в команду моего проекта входит Гонова Арина, это медиа-волонтер организации «Нового шара», и двое моих наставников, люди, которые профессионально занимаются ведением социальных сетей. Это Гидугов Мурат и Чекалов Георгий. Проблема проекта заключается в том, что у абазинов очень мало качественного медиа-контента о народе Абаза. Также молодежь не вовлечена в процесс создания этого контента, в процесс создания материала о народе Абаза. Посредством проведения циклов двух мероприятий, первое – это образовательные тренинги, благодаря которым мы обучим блогингу нашу абазинскую молодежь и вовлечем их в абазинскую тематику. Второй цикл мероприятий – это конкурс, в рамках которого могут принять участие как профессионалы-блогеры, так и обычные подписчики-слушатели. Благодаря этому проекту мы поднимем качество материала о абазине. Мы вовлечем в процесс создания медиа-контента нашу молодежь и сохраним самобытность культуры народа Абаза.